Первый день мы с моим другом Василием Бушаровым посидели в бункере, потому что думали, что начнутся обстрелы, и было немножко страшно. А на второй день поняли, что нужно что-то делать, хватит бояться, и приехали сюда ко мне, и давай делать что-то необходимое, оборонять наш город. И на тот момент самым актуальным оказались противотанковые ежи. За первый день мы сделали 4 ежа. А Василий, как популярная личность, выложил это в Facebook. И на следующий день сюда пришли уже 150 человек. Люди здесь уходят от сумасшествия, сидя дома. Разные мотивации, разные причины. Люди здесь из тех городов, которых практически уже нет. Здесь очень много бомжей. Это те, которые потеряли свои дома в Мариуполе, в Пологовском районе, ну, из разных городов. Как вы думаете, что они здесь делают? Они приносят пользу своей армии, дабы уничтожить и выгнать этих уродов, которые уничтожили их жизнь. Война и смерть, поймите, я знаю, что это. Это плохо. Это плохо, это слезы, это горе, это разочарование в собственной жизни. У меня на этой войне сын погиб. Что для меня это значит? Я не хочу, чтобы сюда пришли русские солдаты и устанавливали здесь свои правила. У меня есть семья, у меня есть дети, которых я люблю. Я хочу сберечь. Я за свободу. Вот именно это помогло мне принять решение возвращаться из Таиланда. Потому что я не понимаю, как может человек указывать, как жить в своем доме другим. Я дизайнер одежды. Иногда делаю помещений. Ну, в общем, творческий человек. Очень творческий, наверное. А когда пришла сюда, сказала, давайте мне любую задачу, я попробую ее решать. Мне сказали, можешь разработать разгрузку, я слова такого не знала. Я говорю, ну покажите хоть что это. Ну, на картинках посмотрела в интернете, все, потом мне сказали, надо вот так, но не так, потому что чуть-чуть тут размер не так, здесь не так. И, в общем, я сделала, сказали, хорошо получилось, а броник можешь. Разгрузкой вот здесь под два магазина вытаскивают, то есть они говорят, что это самое важное. Как верить в то, что мы победим? То есть просто для этого что-то нужно делать. Вот мы и делаем все, что можем. Каждый человек. Здесь нету 10% людей, которые умели шить и лишили до этого.